привет тебе. Продолжаю тему мифология Древней Греции, обретение учебника, 30 лет психотерапевт, далее пхутология, вегнавтика, вегетарианство, пища природы, зеленый образ жизни, пхутология, чужие жизни, апартаменты моего тела чужими заглавными героями. Это проявляется в отворотах морды вместе со мной. Дыхание под дыхание, ускорение времени, нервы и другие амбиции. С последнего слова последней серии. Цитата и работа над конспектами, работа над ошибками. Гесиод с новой строки говорит Гесиода Теогония. Граи, прекрасно, ланитных от форки Кета родила, прямо седыми они родились, потому и зовут их граями. Боги и люди, их двое. Грая одета в изящный пеплос. Другая грая, тревога, буря. Другая, Энио, злоба, одета в шафранный, псевдо Аполлодор, шоколад, Альпенгольд, говорит словами мифологической библиотеки, библиотека Аполлодор, реклама, Персей, руководимый Гермесом и Афиной, прибыл к дочерям Форка, Энио, Перфредо и Дино. Они происходили от Кета и Форка, были сестрами Горгон и старухами от рождения. На всех трех они имели один зуб, один глаз и обменивались им поочередно. Персей овладел зубом и глазом, и когда те стали просить его, чтобы он отдал похищенное, вскоре и он это сделал, пообещав, если они укажут ему дорогу, ведущую к нимфам, он сделает это быстрее. Эти нимфы имели красные сандалии и заплечную сумку. Была у них и шлем-шапка-невидимка. Когда дочери Форка привели его к нимфам, Персей отдал им глаз и зуб, а от нимф Персей получил то, ради чего старался к ним проникнуть. Гигин говорит и дополняет. Астрономия. Трагический поэт Эсхил рассказывает в Форкиадах, что граи были стражницами Горгон. Об этом мы говорили в первой книге. Генеалогии считают, что на всех у них был только один глаз, и что они поочередно им обменивались.
и приносили себя в службе на страже. Персей выхватил этот глаз, когда они передавали его по кругу друг другу и забросил в Тритоново болото. Ослепив стражниц, Персей легко убил спящую Горгону Медузу. Овидий говорит, дополняет метаморфозы и повествует, что Персей, что лежит под холодным Атлантом место в место одно, а его защищает скалистая глыба, и что в проходе к нему обитают троичитичные сестры, Форка дочери, глаз же они им служат, как он хитро и зловчась при его передаче, тихонько руку подсунул свою, да и овладел тем глазом. И скалы, и глыбы в том месте, скрытые страшным лесом трескучим, так смело Персей идет тропинкой к дому Горгон, вот-вот подступит. Это была работа над ошибками конспекта. Время раннее. 6 утра. Часть вторая. Утреннее поверье, морда, отвороты. Тема, неотъемлемая от гардероба утреннего сотрясения нечистоты. Одиссей Уликс описывается как человек стойкий, хитрый, с веселым, расказюливанным, свирепым лицом, лицом Янки, как у меня. Расказюливанная Янки, среднего по росту, красноречивый и мудрый, но при этом в авторитетных авторских эпичках Одиссей выглядит как отрицательный персонаж. Средневековые читатели почти ничего не знали об Одиссее, кроме того, что этот герой был очень красноречив. Они же в чайных золотых чашах, крышечках, блюдцах, общаясь, разглагольствуют об скудных фактах. Подчас они же не боятся совершать курьезные ошибки. С часу на час история об Одиссее становится все горячее. Средневековые читатели в беседах не стремятся угрожать друг другу и орудиями оружия, и не стремаются угрожать друг другу словами. Одиссей – пророк. Иисус Христос, апостол Петр. Его можно увидеть на себе –
когерентно, если посмотреться в зеркало, либо в отражающую поверхность. Разглядеть в себе своего расказюленного Янки от пострадавшего своего тела, тема из фресок, встреча с мореплавателем и сиренами. Сирены здесь есть чувство от собственного уродца. Поправка, уродство расказюленного Янки, а также наличие пхуты внутри козюль Янки. Все эти люди из телемедиа, экранов, газет, интернет-порталов, заговоров, из семьи их расказюленных Янки умов, также быдло, гопников и других, кто давит на шею, пытаясь перекличкой действовать на нервы автору видеодневника «Раскаяние, покаяние различительных психических качеств». Подобные эмоции сирены им кажутся очень замечательные. Шансон «Дежест» торжествует. Это есть курьезные ошибки быдла Госта Пати. Этого не избежать. Это предыдущее поколение младших сестер и братьев прямых родителей, тех, кому 60-70 лет. Это быдло, это так называемые воры, не трикстеры, не ловкачи-обманщики, а настоящие гоп-стоп, быдло, и это все население планеты. Это пхуты, янки. Они не стоят внимания, но их, как украшение гирлянды четки, приходится носить на себе. На переднем плане Одиссей, судя по напряженной позе, пытается освободиться от веревок, от пут, от кармы, от пхуты. В климат до нашей эры воздух был особенно тяжелым, и жизнь была еще тяжелее. Это не только козюли, но еще и груда мышц. Одиссей привязан к мачте, привязал он себя по собственной воле к мачте. Фреска, где человек сегодняшнего слова естествует как свидетель свирепства этой борьбы Одиссея с воем сирен. Мучают. Мучают Одиссея всю его жизнь когерентно. Вжито с туалетными поверьями, гугу ват говно, кал навоз, все кокеши, они базируются на подбородке внизу, у мягких мест ниже рта. Здесь собираются пхуты и однокашники, и одноклашники, и другие неимоверные гоп-стопщики, те, кто готовят себя к родительству, либо смирились, либо легко внедрились в эту букву «ы» гопника-подбородочника. Человека очень плохого, сукиного кота, закобелелого ведущего. За ним есть ведомые буквы из тетра, терры, ать, адов и алфавита. Этот гоп-стоп с легкостью поддерживается семейными жителями, которые давно сошли с ума от своих религиозных воззрений на христианство и на букву «ы». Об этом будет сказано позже. Вжито по поверьям, по кокешам, по говну, гугуват, говно, навоз, кал, эта тема особенно интересна в рамках формата съемок. Курьезные ошибки
Вжито по поверьям дополняется, что существует промежуток времени, в котором человек пробужден. Этот промежуток – смена культур эпох. Письмо о мореплавателе очень популярны. Письма, учебники переводят на европейские языки. Это происходило, как и в древности, не было гоп-стопа. Гоп-стоп был в мизерных количествах. Были учебники по жизнедеятельности. Их переводили на немецкий, русский, итальянский, швейцарский, шведский, французский и другие языки. Поэтому Европа живет намного лучше, чем Россия. У жителей, у кого есть заинтересованные духовные мысли в учебнике, не гоп-стоп, типа а-ля шансон де жест, я вор, и от этого я атлетически и гимнастически лучше выгляжу, мои дхармичное начало будут намного лучше. Это не гоп-стоп, учебник. В нем есть слово «воровство», «ловкость» и «обман», есть научное изучение, конспектирование, есть глубина писем, есть самостатность, самосадкость, есть самоопределение, то, чего нет у обрядовых гоп-стопщиков, тех плохих людей буквы «ы», которые мной манипулируют, руководят и строят гримасы буквы «ы». Приключения Одиссея и его друзей. Именно в друзьях таится эта злосчастная, злополучная буква «ы». Античный «изо» быт бодает антиковидичный «изо-взгляд». Гоп-стоп думает, что он намного жестче. Друзья Одиссея, с позволения воли вождей, руководства, думают и задевают Одиссея. Задевают его намного грубее, чем сегодня в 6 утра мои ноги в шортах кусают комары. Наблюдается стремление к расширенному изложению, конспектированию всего сюжетного материала про Древнюю Грецию, так как в педагогических целях, поправка, в педагогических целях это будет очень полезно. Психотерапевтический возраст, буквы «ы». История об Одиссее наполнена эстетическими вопросами, вопросами Янки и антропологическими ответами. Животный мир из Ригведы, пхутология и макшанство облегчения. Главный вопрос – почему тяжело и почему легко? И почему доносится голос заговорников, почему они находятся на днах ящиков для орудий труда. По данным сегодняшнего слова, атлетическая гимнастика идет именно по русследу «животный мир». Связь, надеюсь, понятна. Это туалетный жаргон, место возле толчка. На лице Янки это дристало, дристалище. Понятные слова, придуманные теми же гоп-стопщиками, быдло. Их любимые фильмы моего рождения, это «Брат» и «Брат 2». Далее, из кинематографа. Рудракша, гирлянды, соляр в буквальном переводе в конспекте
конспектируется, как глаза Рудры на заднем плане. Или слеза Рудры, апостол Петр. Слеза Рудры. Рудракша – это вид вечно зеленых широколиственных деревьев семейства элеокарповых. Рудракша произрастает по преимуществу на Индо-Ганской равнине и в предгорье Гималаев. Рудракша эзотериками используется в народной медицине. Древесина рудракши светло-белого цвета. Она достаточно прочна, за что ее и ценят. К слову, так во время бессмертного полка ее использовали для изготовления самолетных винтов. А это из области то, о чем я реку. Мои амбиции, мой внешний вид. Об опасности самолетов на мой внешний вид стоит сказать. Могу сказать по собственному опыту, что бессмертный полк может знать только о ослаблении. От смех смехом догоняет спину испуга. И тотализм этого зла. Голень, шорты, покусанные ноги комарами, лицо янки, закозюливанное сомнение собственных козюлек, ругань с чужими козюльками, доказанное видео, ряды, факты. Человеческая голень, затем колени, горло, кисти, нос, губы, рот и три произнесенных слова. Радость Пхуты, наконец-то он это скажет. Когерентно отказу мужчина плюс мужчина и когерентное согласие мужчина плюс женщина, девушка, юноша. Далее следует наказание. Связь, надеюсь, понятна. Рудракша – это глаза либо слезы, эзотериками используются в народной медицине. Древесина для бус – гирлянд. Плоды рудракши – царство цветов. Зерна древесины выросли в Непале, они называются рудракша. Зерна древесины, гирлянда четко «ы», выросшие в Индии, называется пхадракша. Метка, печать, скопничество, обрезание, лишение частей тела, оставление рубцов, шрамов для испития. Янки об этом знают, что есть локать шрам. Место произрастания древесины рудракши никоим образом не влияет ни на какие ее качества. Это следа, поправка, это слеза Рудры, это глаза Рудры. Качество рудракши и пхадракши. Это будут бусы, либо, как видно на видео фоне, это завернутые волосы с подбородка на пустом пространстве дристала привеком в губу, поправка в губу, в рот. Что есть тема колени, пол, горло, кисть. Бусы и рудракши и пхадракша одинаково ценны. Кто делает насилие? Заранее хочется сказать, что с полной ответственностью не несу своим смыслом просьбы прощения. Все слова будут прямиком в точку, и звезды песнопений могут осмысленно далее кыкать своими более сильными янки, более сильными умелыми амбициями и дальше перевирать закозюливанное, поправка, закозюливанное пространство. Ничего из этого таджикского хорошего не выйдет.
эзотерики осмысленно пустили в ритуал почитания Шивы. Их вера – это вера в другого Шиву, таджикского Шиву. Бусы могут применяться в ежедневном ношении, либо висеть для красоты на видном месте. Зерна бус не так-то просты, как может показаться захристианинованным, поправка, захристианизированным таджиком, рекламам поп-индустриальной индустрии, чья индустрия тоже наполнена индийскими украшениями. Но делается это исключительно для моды, не для себя, не для самосадского самоопределения. Как может показаться, эзотерическая система ценностей очень проста. Поставить свое лицо и радоваться жизни. Рудракша в шиваизме и шактизме есть высушенные плоды древесины. Они изготавливаются как четки, называются джапамалы. Древнегреческая арматура джапамалы. Индийский конфликт, конфликт семейный, арматура, связь, надеюсь, понятна. Связь препятствий к произношению именно ру-след, животный мир. В буквальном переводе слово бусы, четки, связь, надеюсь, понятна. Четки джапа-малы. Их по старости можно сравнить с, внимание, ненавижу их, гор-ганион, не извиняюсь перед ними, черниговская гривна, старухи проклятые, гоп-стопщицы, уродливые носы, уродливые ноздри, свернутые купюры, оставленные там, и радость от этой красоты, старперши, черниговская гривна, связь с гоп-стопом, с контингентом гоп-стопа со стороны, это не руслет, но он настигнет, руслет, связь, надеюсь, будет понятна. Четкий джапа-маллы, контент, ненавижу их, внимание, Богородицы, Михаил Архангел, Борис и Глеб, не именно их, а гоп-стопщиков, старперши, старперов, которые гордятся змеевиками христианской, языческой, многоголосой, многоликой попсовой индустрии. Они ненавидят слово джапа-маллы. И у кого есть джапа-маллы, они будут ложить горизонтально волосы, прическа Владимира Мономаха. Их легко узнать по гордыне. Владимир Мономах – это отец Пхуты. Минута молчания на процесс природы, часть вторая. Курьезные ошибки, не раскрепощение, а наоборот заключение себя в крещение во имя арматуры, янки. Минута молчания на процесс природы. Часть третья. Ругань и эмоции с собственными кончиками. Курьезные ошибки, которые совершаются под воздействием описанных Михаилов, Богородиц, Борис и Глебов, Владимиров, Мономахов. Курьезные ошибки. Пока тебя.